Я за твой пулемет сел. Аниматроник за пулеметом сидит, ребята. Это же круто. Где вы еще такого видите? Я тебя убил. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кирилл Геймер, Гусь Санек, FM Zoom, пацаны, поздравайтесь. Привет, всем привет. Всем привет. Самая крутая рубрика на моем канале, аниматроники пугают охранника. Если тебя текушки, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Слышно меня, как я хожу здесь? Да. Да, отлично, так, на Ctrl, странная анимация. Больше никаких анимаций нету, да? А на R английскую? А, во, поломанный. Пацаны, знаете, как прятаться? Правильно. Вы не успели запрятаться, поэтому вы должны все умереть. Но он не дал спрятаться. Ну, конечно, не дал. Вы должны были убежать или вентиляцию успеть заныкаться. Эй, вы... Ох, ты лифт вызвал. Мне тут хвост провода торчит. А я буду мочить вас. Не успели, пацаны, отлично. Ох, сегодня я буду мочить. Ребята, запоминайте. И напишите в комментарии, сколько раз они сегодня умрут. Я надеюсь, раз 50-100 они будут умирать. Поняли, пацаны, что я говорю вам? Так, у меня 10 тысяч жизней. А откуда? Ты должен сидеть в офисе. Твое место на параш. Ой, твое место в офисе. Так, поизучаем карту это немножечко. Она очень классная. Ребята, кто... любит часть FNAF 3, напишите в комментариях плюсик. Посмотрим, сколько нас. Потому что я люблю очень часть FNAF 3. Она классная и интересная, и очень сложная. И, конечно же, там, как обычно, есть чокнутый спринт-трап, который всех мочит и бегает за всеми. О, я могу вентилять. Да ладно, это... А это законно? Подожди, подожди, подожди. Ах, ты меня по ногам решил, да, стрелять? Хорошо. Хорошо, гусанек. О, смотрите, они бомб доставили, чтоб я умер. Так, а если резко пробегу? Нет, не получится. Получится, у тебя все равно мало хп отнимется. Ну хорошо, получится, получится, только я вас обману немножко, пацаны. Вы. О, вы даже тут. Ах, вы зараза, они даже тут, ребята, поставили! Я иду, я иду, я иду. А на лифте решил уехать. Хорошо. Шкаф! Ай, я... хорошо! Успел, успел. Ребята, тот случай, когда они реально успели все попрятаться. Уходи, уходи. Ты что, со шкафчика по мне стреляешь? Нет, это не я стрелял, это не я стрелял. А кто это? Вижу, 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 бегу. Есть гусанек. Ну я случайно, извини, я не хотел. Ладно, я хотел. Хотел сказать, что я не хотел. Так, и пришел его брат. Ах ты, зараза, успел бомбу поставить, но я прошел через нее. Ой. О, ползучая морда. Теперь я могу по вентиляции лазить. Я не зал... А чё не прола... Ты чё, жирный, что ли? Ты права, на Ctrl нажми. Да я понимаю... Нет, не лезет. Не лезет! Это бай! Ты чё, вообще, что ли, сумасшедший? Через шкафчик, не... Так, я пошел, короче... Ой-ой. Лифт едет, я пошел вентиля... Ой, в подвал. Мне надо там кое-что забрать. Поремонти... Ах ты, зараза, гранаты мне кинули! Это что, сюрприз? Да. Так, ребятушки, я прилез... для того, чтобы подчиниться. Нифига себе, ты мне жизни вынес! Я за твой пулемет сел. Аниматроник за пулеметом сидит, ребята. Это же круто. Где вы еще такого видите? Я тебя убил. Что там происходит? Я за пулеметом сижу. Никто теперь не сможет пройти. Спасибо, что ты мне пулемет поставил. Спасибо тебе большое. Вот это у нас... Ах ты, зараза, удалил пулемет. А что это у меня за физган на башке? А что у меня за... на башке был физган? Это честно? Гравитиган, то есть, был. Отлично, ребята. Я должен сегодня всех убивать. Так, все, я иду до запчасти. Вот тут в коробках запчасти. Я сейчас починюсь. Смотрите. Так, чинимся, чинимся. Все. Я теперь целый. Теперь я буду их крыши... Ты что, с Counter-Strike оружие научился пользоваться или что? Беги, беги! Знаешь, куда тебе сейчас это оружие засуну? Нет, 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 нет.
Блин, накидали, я не вижу, смог вонючий. Так где? Вы бросили своего, ну как вы могли, вы предатели. Шарлатаны. Он идет быстрее сюда. Я иду. Я буду вас мочить сейчас, пацаны. Отлично, отлично, отлично. Это я еще не. А что, еще кто-то остался живой? Все, отлично. Кирилл Геймер, извини. Извини, обстоятельства, не хотел. Так, все, я иду в комнату, мне надо там жизни пополнить. На зарядку иду. Пробуйте меня вытравить оттуда, если получится. Все, я в комнате. Все. Вот это вот, видите, станция? Это для того, чтобы заряжаться. Я заряжаюсь. Так, на жопе зарядка у меня. Все, я на зарядке стою. Слышу, бегут. Я слышу, прямо возле двери стоят. Так. Что-то они там выбирают. Это очень странно. Ах ты, зараза! А, нет, это не сработало так. Так, удалим бочку. Да ты задрал, ты чё ветер запускаешь? Вы не умеете гранатами пользоваться совсем. А я могу вентиляцию здесь удалить? Не могу. Да вы задрали! Гори. Я выхожу. Зарядка произошла успешно. Нормально вы меня так подожгли. Эй, вы сейчас тут люстру поломай. Ого! Кстати, огонь не сильно меня дамажит. Ну, потрепал. О, разрушили меня. А, вот так, значит. Я опять иду в подвал чиниться. Но при этом давай буду сейчас всех мочить. Челлендж без шкафа. Да. Какой шкаф? А, что типа, если вы даже не в шкафу убивать вас? Ой, в шкафу. Нет, в смысле, не залезать в шкаф. А, хорошо. Согласен, давайте. Сами себе усложнили все. Ты чё, вообще дурак? Я сейчас... Извини. Вот, вижу. На! Кстати, один остался живой, надо его поймать и замочить. Так, лезем. Мне надо, кстати, починиться. Я в подвал опять за запчастями иду. Нет! Да хватит тут ходить, не умеете играть. Залетел вентиляцию. А! Подвал! Лифт без меня уехал, что? Ты чё? Да ты что тут делаешь? Да я летел. Уго, у меня прям, смотрите, какие-то провода со спины торчат. Уезжай. Не успел, хотел мне гранату кинуть, не успел. Я чиниться иду. Сейчас у меня опять будет полные жизни. Хорошо, подожгли, хорошо. Так, а я не могу на шив быстрее ползать, нет. Эй, не мешай мне. Я хочу пополнить себе жизни. Так. Вот, все, я возле запчастей, берем запчасти. Все, я опять починился. Так, надо звать своего братишку. Так. Что происходит? Луна идет. Я позвал своего друга. Интафурика, сейчас он будет всех мочить вас. Готовьтесь. А мне кажется, кто-то тут есть в подвале. Давайте побегаем, поищем. Не, никого нету. Я думал, тут кто-то есть. Все, так, Дима, здесь не найдет. Я поднимаюсь. А ты в подвале? Я только. Не, в подвале его нет, потому что радиус моего удара очень я высок. Я только туда хотел спуститься. Все, я поднимаюсь к вам, готовьтесь. Ого, меня колбасит. Смотрите, на руках хожу. Ну, да ладно. Так, ищем. А, вижу вентиляция. Идемте его замочим. Привет! Отлично, я на руках прям по вентиляции хожу. Это очень странно выглядит, но я это делаю. Ребята, обязательно ставим лайкосики и подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. И заходите в наш Дискорд, если вы хотите с нами пообщаться. Не забываем. А кто там гранаты кидает? Ты чё? Ах, ты меня решил поджечь. Хорошо. Уезжай! Ах, блин, я об стол пода... Я сейчас вызову вас назад, не переживай. Давай, лифт. Ты чё, мне гренку под ноги кинул? Эй, лифт, ты куда? Я ж тебя вызвал. Опять гранат? Ой, она столько мало жизни отнимает, что мне нифига этого не делает. Да ты за... Ты голимый, что ли?
На тебе, гусенек, хватит кидать мне гранаты свои. Да вы... На! Отлично! А, меня сейчас придавит! А! Да блин, да меня... Меня колбасит! Ладно, давайте вылетим, потому что что-то я забагал игру немножко. Ого! Ого! Ого, жизнь отнялась! Гусанёк, Кирилл Геймер, вы чё? Я слышу, как кто-то кнопки клацает. Вы чё, прекращайте? Я слышу, они не дают мне, короче, на лифте спуститься. Так, давайте сюда сходим. Вы неадекватны. Давайте, короче, если я сейчас продержусь 2 минуты, я буду победителем. Время пошло. Так, 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 ребята, сейчас очень страшный и четкий момент, когда я должен затащить. Да, я... Но он страшный для вас, для меня он четкий. Тихо, кого-то вылетело робота. Тихо. Они хотят меня найти, но не получится. Все, ребят, я зашкерился. А пусть теперь меня поищут. Вот это нычка! Вот этого я даже не знал, что здесь такая нычка на карте есть. Так, прошло уже 20 секунд, я играю пока, Мишто. Все отлично. Время идет, но оно на моей стороне, потому что мне нельзя высовываться. Если я продержусь 2 минуты, все, я буду победителем. Ты что, дурак? Вот здесь. А ты чем я хотел убить вообще? Ах ты какой! Кирилл, просто... Вы чё, дураки? Я даже проиграю, у меня жизни мало! У меня жизни мало! А где он? Тихо. Я его... А, это сам... Отлично! Я его вижу, я... Так, минута 10, еще 50 секунд, нужно продержаться! Да, это я! Так, у меня 2400 жизни осталось! Отлично! Отлично! А я не буду говорить, где я. Пусть догадаются сами. Ладно, давайте я вам еще фору дам. На минуту больше вам дам. Я ничего не вижу. Вот честно, ничего не вижу вообще. Нет! Ну блин! Да я подался специально вам, чтобы вы выиграли. Ладно, давайте еще. Давайте еще одну дуэль. Ой, а вы мне приглашаете... А, с того раунда приглашаете. Стойте. Так, давайте вообще с другого пака возьмем аниматроника, чтобы было интереснее. Так, ребята... О! Так, сколько у меня жизни? 8500. Все, стой, это не тот аниматроник. Во! Ну, невидимым вставать не буду. Давайте я в подвал спущусь, и время пойдет. Ладно, давайте я так спущусь. Все, давайте. 3, 2, 1. Раунд пошел. Все, отчитаем время. Вот это сейчас будет жестко, ребята. А я тут буду ящики все ломать. Блин. Кстати, этот аниматроник на радиус не бьет. Мне надо только прицеливаться будет. Смотрите, как мне сейчас сложно будет. Ой, а что со мной? Отлично. Пойдет. Так, 20 секунд есть. Кто меня вызвал? Во-во-во-во-во, все. Вот теперь они меня не смогут убить. Так, гусенек, ну что, ты идешь ко мне? Я тебя жду. Я должен тебя... Отлично, FM-зум, это было с твоей стороны не очень... Кстати, жизни у меня очень мало. Вот это они AR2 шары хотят закидать. Слышь ты! Я всех убил! Отлично, как они хотят все ко мне сюда... Ого, я могу холодильники двигать. Так, минута прошла, даже чуть больше. Ладно, пусть будет минута, будем округлять. Все, я заныкался, я очень сильно заныкался. Прям очень жестко. Даже в подвале есть классные нычки. У нас лифт забагался. Что с лифтом? Он забагался. А что вы сделали с лифтом новым? А все, ты не сможешь выйти оттуда. А мы туда попасть не сможем. Ой. А, вы лифт поломали!
Вы его зафизганили, обманщики! Нет. Нет, мы его не физганили, он сам. Так вы что, новый лифт? Я только на ремонт потратил кучу денег. А по звуку он как бы едет. Молодец! Ну что, пацаны, второй раунд я, наверное, выиграю, чувствую, даже уже, наверное, выиграл. Ну ладно, давайте уже доиграем эту битву. Мне кажется, все-таки они, охранники в этом ролике победили, потому что очень красиво играли. Ух ты, вот это вы молодцы. Кстати, у меня 3000 жизни осталось. Не так уж-то и много. Так, давайте холодильники удалим. Отлично. Че, щенки, я выиграл. Попробуйте. А вы ж не сможете спуститься. А вы что, удалили его? Удалили лифт новый. Ай, выйдите из меня. Молодцы. Я рада, что вы очень умные. Ой, а че это труп прилетел? А че это еще один труп прилетел? Давайте, охранники. Толпа охранников должна падать здесь только так. Молодцы. Ребята, очень умные охранники попали. Смотрите, как они сейчас будут все вниз падать. Давай, высовывайся. А вы хотите ар 2 шары ко мне? Ой, сюда шары. Серьезно, М2 накидать? Ой. Ой. Ой-ой-ой. Ой. Тихо-тихо, мне пора. Я вспомнил, мне надо купить хлеба. Какого хлеба? Ай, шары. Блин, они очень сильно дамажат. Очень сильно. Ой, это был добивочный. Все, я заныкался. Все, ребятушки, теперь я их буду красиво ждать здесь и мочить. Давайте, кто первый? Да откуда ты взялся? 1000 жизней. 1000 жизней. Очень мало. Очень. Вот, отличная тактика. Отличная. Давайте сюда. Да ты задрал. Да все, 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 все. Я выиграл. Ладно, вы выиграли. Какой ты выиграл, не? Ладно, ничья, ничья. Ну, один раунд я, один раз вы. Ну, даже второй раз у меня был аниматроник немножко послабее. Ну, мне кажется, он был меньшего размера, поэтому было тяжелее попасть. Ну да. Но все-таки, как всегда, побеждает дружба. Конечно, конечно. А дружба — это я. Если понравилась эта серия, я на вам подняла настроение. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, всем отличного настроения и всем пока.